Еще что ли? Нет, это видео. Привет, мои друзья. Добрый вечер всем. Давайте начинаем мукбанг. Сегодня у нас котлеты говяжьи. Баклажаны я обещала пожарить, пожарила. Вон они. И рис. Рис сделанный по-турецки. Здесь и рис, и маленькая лапша, она обжаривается. Ну, короче, вот такие дела. Будет у нас горчица. Так. Рис, что у нас будет? Рис, горчица. Да. Вот. Это, кстати, острая. Ну, так острая. Я вот и хотел острая, но она... Персона обычная. Купили в светофоре. Так что все нормально. Маленько майонезику брякнем. Тебе брякнем? Ага. Давай. Оп. Хватит? Хватит. Скажет, пожалела. Люди так говорят, что я пожалела. No. Ну и соус Хайнц. Ага. Ну, я бы хотела остренького добавить себе. Да ты что? Да? Ты не смогешь его добавить. Я не смогу. Он засох. Да? Да. Почему? А потому что давно что-то не добавлял никто. О, я же тебе говорю. Нет, пошло, смотри. Могешь? А я вот перешел только на инской хлеб. Правильно. У нас инской хлеб, он как вкусный. Бы очень вкусный. Да, я тоже люблю инской хлеб. А я возьму корочку. А там что у тебя, вот это, синим что-то, кусочки. В каком синим? Вот в этом? Вот он. Что это? Покажи. А, это хлебушек кусочек остался. Ну ладно, сидим. Ну, давайте, накладывайте что-нибудь вкусненькое, будем кушать и радоваться. Да. 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 А да. Ты сахар положил в кофе? Да. Вот так-то. Будем без сахара. Да. Давай. Мне ложечку, оп. А мне пол ложечки. А, давай, тебе раз. Не два. Ко мне. Я сам делаю. Ну, все. Короче, крышку давай, дай мне крышку. Крышку дать? Да. Началось. А еще что дать? Мы приехали только из дома, делали там, короче, прибрали, убрали, помыли. Побрили. А ты расскажи, как вот эту веранду ты эту делал-то сегодня, утеплял-то? Ну, утепляют обычно. Ну, расскажи. С внешней стороны. А у меня получилось так, что веранда практически, будем говорить, оказалась целая вся. Угу. Я ее утеплил. С внутренней стороны. Угу. Ну, практически будем говорить так. То же самое, только все в обратном порядке. Угу. Ну, мне понравилось. Подожди, а утеплитель, который мы покупали в Мэрии, да? Ну. Угу. А где еще? Зато... Утеплителя нет дешевле, чем в Мэрии. Все остальное есть, а утеплителя нет. Ни в Озоне, нигде нет. Ну, мы заказывали, короче, и привезли домой 10 тюков, правильно? Ну. Да. Как вкусно. У-у-у. Это да, с голодухи. Не поверил. А мы ели только час. О-о-о. Угу. А котлета что, с козла? Говяжьи, говорю. Или с козушки? Пердушки. Что-то они прям такие твердые. Ну это говяжьи. Мясные. Да. Точно мясо есть. Ну это не покупные, это Анютка стряпала. Пока мы работали дома, огурцы у меня какие-то вот такие маленькие, потом заходим, у него ровно такие. Что делать? Я их, короче, намалосолила. За одну ночь. Раз вот такие. Не ври. Чем ты их удобряешь? Я еще не пойму никак. Ой, вот такие, говорит, маленькие, а потом хопа. И за одну ночь. А, мы в Яровой ездили. Отдыхали. Ага. Вот они за 4 дня и вытянулись. Да. Угу. Точно. А я-то думал. Я тебя умоляю. Угу. Не, ну... В Яровом-то ты написалась хоть, от души. Я попросила, он заказал мне песню «Туманы» Басков. Голове мои туманы-маны. Угу. Вот,
100 грамм выпила и сразу туманы стали. Ты говоришь людям. Ну ты 100 грамм, там уже же имеешь право, что? 100 грамм нет. Нет? Нет. Ёлка вот. Моя бабая. Он мне заказал песню. Ну? Я ему даю телефон, я говорю, на, записывай. Он говорит, у меня свой есть. Сам не нажал и стоит, танцует. Ира там вытрёбывается, танцует, там тра-та-та, радуется. Угу. Люди ко мне подбегают, вы Ирина Александровна? Я говорю, да, они говорят, о, как здорово. Ну и всё, короче. Все написали, танцевали, думаю, дай-ка я посмотрю. Посмотрела. Угу. И расстроилась. Да. Позвонила своей подруге Таньке. Я говорю, Таньк, и вот так, и так. Хотела, говорю, вам все выслать, тра-та-та, бла-бла-ла-ла. А она говорит, успокойся, ты там была? Я говорю, ну, все это видела, видела. Я говорю, ну и ладно, еще раз повторишь. Я говорю, ладно. Угу. Угу. Все, вези меня обратно. Завтра. Да, завтра я на работу ухожу. Угу. Кто это тебя примет? На работу. Да. Я могу хоть завтра уйти, я на пенсии. Нет, что? Я пенсионерка. Слушай, ну Анютка круто сготовила. Эти котлеты, угу. Но толстовато, она не прожарила их. Прожарила, она в духовке сделала, да. А, на пару. Ну, понял. А чтобы было ПП, ММ, чтобы мы не растолстели. Угу. И чтобы мама Ира вес не набирала. Угу. ПП, ММ? А ты что молчишь, что горчицу уже открыл? Я уже съел ее. Блин, а я какая-то, Маша. Маша. Да, кусочек надо тоже сожрать. Что за слова такие горбатые? Сожрать. Скушать. Если пинать буду. Да, и я тебя. Если в чем. Кушай давай. Ешь, ешь. А. Ой, мы когда ехали, это, в Яровое, мы останавливались. Где мы останавливались? Как называется станция? Где вот, вот такие пироги, вот такие прям большие. А, лук с яйцом и кофе мы брали. Как называется? Яркова. О, Яркова. Кто из Яркова, привет всем. Кто там ближе, туда-сюда, кто на Алтае. Нет, кто там ездит. Из Яркова там точно никого нет, не будет, наверное. Угу. Это деревня. Да хоть кто проезжает туда, оттуда, туда-сюда. Угу. Вам всем привет. От меня и от Валерия. Ага. А. Ага. А где мы обедали? Мне этот обед нравится у них. Где лагман я ела, ты там суп. И мы брали эти... Скажи мне, скажу. Подойникова во второй кафешке. Первые кафешки я один раз как-то покушал. Манты. И долго-долго бегал. До дома ехал долго-долго. Это ты тогда там рванулся? Да. Ёперный театр. Он мне рассказывал про эту кафешку, что он там рванулся и все на свете. А мы обратно, когда ехали в Новосибирск, мы именно там ели. Ну ты же манты не брала? Нет. Ну все. А чем мы брали? А, мы брали рис и... эту печенку с подливом. Да, да? Может быть. Ну и что, до сих пор нормально, не бегаем под туалет. Нормально? Нормально. Ну, слава Богу. А тебя Бог помиловал просто. Ну и слава Богу. Просто он знает, что я верующий человек. Да. Я тебя уже скушал, а ты... проболтала, да? Угу. Глянь, что я же скушал. Может, у меня кофе обстырить еще. Ну, кстати, неплохие эти. Кто? Кабанчики твои. Мои. Это все Анюта сделала. Спасибо ей. Я тебе говорю. А мне кто-то сказал, это, я уж, конечно, забыла, уж простите меня. Это мукбанк, что был, была эти, были кабачки, эти, не кабачки, а? Кабанчики. Сам кабанчик-то, господи. Сейчас, как называется-то? Кабанчик?
Как они? Вот, иди. Вот это что? Баклажаны. Иди ты с первым. Иди ты. Ага. Не могу, все вкусно. Угу. Они же болтают. Очень здорово. Угу. Но тот кусочек сюда же положи, что валяется, ты не увидим. Будет валяться. Смотрите, сегодня по скорости намного ниже, чем я. А знаешь почему? Потому что ты болтаешь много. А как не болтать, извините меня, если я болтушка. Но. Ой, я прям люблю горчичку. А окрошку ела без горчицы. Кто же без горчицы кушает? Ну, извини, мы были с тобой в гостях, а у них горчицы не оказалось. Вот, кстати, нам надо горчицу к ним привез с горчицей. А мне нравится еще с горчицей, например, мясо какое-нибудь есть. Мне нравится сало с горчицей есть. Я много не ем, вот так чисто. Ну, по ведру. А ты мне дай его в ведро, да. Нету ее. Нету. Ух. Так что все нормально, вкусно. А это что у тебя? Это Руси подарил какой-то чай нам. Но надо его заварить, что ли? А ну, конечно, он уже говорил, что сильно хороший чай. Угу. Мне кажется, это узбекский. Коль у нас Руся узбек. Вот такой-то. Ну, вроде бы казалось, что узбек. Но оказывается. Понимаете, он такой человек хороший. Просто дай Бог здоровья ему, вот честно. Он так помог нам. Да, он до сих пор отзывчивый. Хороший человек. Молодец. А родственники не такие отзывчивые, как чужие люди. Друзья, то есть. Получился пожар, да? Ни его, ни мои родственники ни копейки не дали. Ну, говори мне, Вероника дала. Ну, как она дала? Она собрала. Люди. Но если бы не я, не кидал бы вот эти видео, ничего, никого... Так поговорили, повздухали, все. Я ж попросила. Ну, тебя кто не послушает? И иностранные эти, как у Анюткины, вот эти подписчики, они ж тоже ей сбросили деньги, она нам сбросила. Ну, так что спасибо и подписчикам всем, спасибо, что говорить. Вот, а что-то хотела сказать, забыла, блин. Нет. А родственники никогда. Угу. Они даже не пришли, не помогли. Вот представьте, все везде плавало. Ну, Саша пришел. А? Саша же пришел. Ну, вот единственный его брат Саша. Зятья пришли. Да, мои зятья пришли. Да, спасибо им. Кто еще? Валера и это... Тёмка приезжал. Ну, этот приезжал. Ну, это да. Ну, там, в принципе, там, немножко лекции все равно все... Но дело не в этом, дело в том, что друзья познаются в беде, я уже поняла 100%. Это, ну, я где-то в кино слышала, там то, другое, а здесь, когда нас коснулось, это вообще капец. Понимаете, и очень много людей, которые вчера, позавчера и месяц назад от нас отворачиваются, так это, потихоньку, думают, что мы все уже списанные. Списывая. Ну а что? Уже все не списали, уже крышу сделали. Первый этаж полностью весь сделали. Что еще надо? Лестница только одна осталась. Да, все остальное. Да сделано. Хотя бы просто пришли, разгребали. Вот, представьте, диваны, все, вот все труха. Воды заливали по колено. И мы вот это все возили. Это так тяжело было. Никому, не дай бог никому. Вот даже врагам не надо. Вот честно. 11 тележек только мусора вывез. Ну. А еще штук 5 надо вывозить. Ну. Вот тебе и пожалуйста. И машина сломалась, и все до кучи, все издевательство какое-то. Ну сейчас уже машина нормальная. Ну да. Все. Людей-то напугаешь. Все в порядок приходит потихоньку.
Ладно, хорошо. Миленькие мои, родиленькие мои, спасибо, что вместе с нами покушали. Да, да. Все, слава Богу, хорошо. А кого еще надо? Да. Слава Богу, все да, хорошо. Да, 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 да. Ладно, мои хорошие, я вас люблю. Все, до свидания всем. Всем пока-пока. Пока.